Давайте начнем снизу, а не сверху. По верхам прыгать не надо. Мы все тут немножко в этом деле разбираемся. И я за свою президентскую жизнь не только уже насмотрелся на разные структурные и прочие перестройки. Но знаю только одно, что если не будет от земли отдачи, от ферм, от машинных дворов, зернотоков и прочее, что составляет производственную структуру хозяйств на местах, если там не будет организации отдачи, никакие холдинги не спасут. И это свидетельствует ваш опыт вот этих 4 холдингов.